Президенты России, США и Франции решительно осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и призывают к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в совместном заявлении трех сопредседателей Минской группы. «Мы приложим все усилия, чтобы, с одной стороны, добиться скорейшего прекращения огня, а с другой – вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Хотел бы однозначно заявить, по нашей информации, удары, нанесенные в воскресенье с территории Азербайджана, ничем не оправданы. Я попросил объяснение у президента Алиева. На сегодняшний день мы также располагаем достоверными сведениями о том, что боевики исламистских группировок в Сирии оставили позиции и направились через Газиантеп в театр военных действий в Нагорном Карабахе», – заявил Эммануэль Макрон по прибытии на саммит Евросоюза. Главы трех государств также призвали руководство Армении и Азербайджана без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования и под эгидой ОБСЕ. Они выразили соболезнования семьям погибших и раненых в результате боевых действий. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. С тех пор там идут активные бои и столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.